Ну, я. Письмо от Стрешнева. Давай к берегу. Читай. Господин бомбардир, печаль нам слезная из-за воров-подрядчиков. Гости Ушаков и Горезин взялись поставить 5000 ведер уксусу, да столько же водки, 20000 осетров соленых... Довольно! Вели гонцам спешиться, бери коней! Менхер, чай скорее не будет. Опять? Э, слазь коня! Эх, мама родная! Воры! Воры! Франц! Пошли! Я буду. Докладывай, встань! Встать! Подрядчиков повесил! Нет, почему? Государь! Господин бомбардир, подрядчики пусть сперва доставят, что должны по записи. Ну что же, мертвых-то нам спрашивают? Не так! Дурак! Почему мои люди не воруют? Все ваши воруют! Все подряды передать Бровкину. Воронина Ушакова в железо, в Москву к Рамадановскому. Так. Гуд. Ну что еще? Суда не готовы? Господин бомбардир, суда все готовы. Ну не врешь? Да дальше последний пригнали из Воронежа. Врешь. Ну ладно, ладно, Тихон Никитич. Не сердись. Да. Войско прямо грузить на суда. Азов возьмем с налета. Турецкий крепость Сотихо, наверное, готовый нам сюрприз. Во фрунт! Господин бомбардир! Бомбардирная рота к бою готова! Хорошо. А черт! Дай фитиль! Первое! Отойди!